Сегодня я расскажу вам, как приготовить говядину на второе. Готовить ее мы будем в мультиварке. Если ее у вас нет, можно и просто на плите. Залог мягкой говядины – это правильный маринад. Начинаем! Если вы любите мягкую, нежную говядину, то мой рецепт, как приготовить говядину на второе, вам пригодится. Говядина и чернослив – это прекрасное сочетание, которое встречается во многих поваренных книгах Европы. Весь секрет блюда – в правильном маринаде. Уделите этому особое внимание, и ваша семья и друзья по достоинству оценят ваши кулинарные таланты. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Нам понадобится: говядина, 1,5 килограмма, чернослив, 100 грамм, лук-шалот, 12-15 штук, соевый соус, 50 миллилитров, апельсин, 1,5 штуки, имбирный корень, 1 штука, кусок длиной 2 см, чеснок, 4 зубчика, черный перец, соль, по вкусу, подсолнечное масло, 3 столовые ложки, количество порций, 4. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. До свидания, друзья!